Мы могли бы убрать эту стену и поставить идеальную подставку здесь! Или... Или здесь! Вместо этой палки! Сэмми, остановись! Что это с тобой? О, Сьюзен, привет! Помнишь, ты сказала, что мы не можем завести рыбок, потому что у нас нет места для аквариума? Вот я и разработал план, если мы сломаем эту стену и... Нет-нет, Сэмми, подожди минутку, мы ничего не будем ломать! Но, Сью, рыбки такие красивые! Стенка тоже неплохая. Если тебе так сильно хочется рыбок, я могу показать, как сделать временный аквариум. Почему временный? О, потому что затем мы его съедим! Окей, Сэмми... Я здесь, Сью. Где же аквариум с рыбками? Его еще нет, но мы сделаем чудесный желейный торт с аквариумом внутри. Привет, ребята! Вау! Мне не терпится его попробовать! Будь уверен, наш тортик поднимет тебе настроение. Даже не сомневаюсь. Ребята, вы можете использовать любимый рецепт шоколадного бисквита или просто купить готовую смесь для торта. Похоже, готовка для тебя что-то вроде медитации, не так ли, Сью? Знаешь, ты угадал! Чувствуешь себя, будто делаешь съедобные произведения искусства. В тишине и покое, не думая ни о чем постороннем. Вот так. И еще один слой. Зацените, ребята! Чтобы рыбок было видно в воде, понадобится много желе. Не забудь про герметичность, нигде не должно протекать. Ты абсолютно прав, Сэмми. Почти готово. Отлично! Наша заготовка прочная и достаточно высокая. Тогда шеф-повар Сэм готов к работе! О, правда? А ты знаешь, как превратить это в мусс? Ну, сперва добавим немного зеленого пищевого красителя. Это замечательная идея. Оп, оп. Теперь нам нужно хорошенько взбить смесь. Правильно, Сэмми. Ребята, это смесь молока, желатина, сахара и ванили, которую мы подогрели, а затем немного остудили. Если ее взбить, она станет очень пышной. Попросите взрослых помочь вам с миксером, ребята. Вот так должен выглядеть наш мусс на этом этапе. Он застынет немного позже и не будет таким жидким. Вот как это нужно делать. Осторожно. Сью, ты можешь чуть-чуть без меня поработать? Мне нужно вздремнуть. Гляди, не проспи все самое интересное, Соня. А мы пока приготовим наше морское желе. Думаю, у нас достаточно времени для этого. Высыпаем порошок для желе в горячую воду. И мешаем, мешаем, мешаем как следует. Вот так, пока порошок полностью не растворится. Идеально! И, конечно, здесь нужен пищевой краситель, ведь аквариумная вода обычно слегка зеленоватая. Классно! Теперь размешаем еще разок. Хм, Сью, я проверил. Все готово. О, Сэмми, я не ожидала тебя так скоро. Ты хорошо поспал. Я не мог заснуть. Мне нужно было убедиться, что все идет как надо. Даже не знаю, как бы я без тебя справилась. Хе, тебе бы, наверное, пришлось все переделывать. Только взгляните на этого наглого слайма. Важно начать с тонкого слоя, чтобы можно было поместить сверху рыбок кои и элементы декора. Поставим торт в холодильник, чтобы он немного застыл. Никуда не уходите, ребята. Ага, не ожидали увидеть меня здесь? Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Я наблюдал за процессом и смотри, я тоже приготовил желе, но вместо воды я использовал молоко. О, стоит кому-то сказать декор, и Сэмми тут как тут. Ну что же это будет? Какое украшение можно найти в любом аквариуме? Дай подумать. Ну конечно, камешки. О, я так люблю загадки. Я хочу, чтобы наши камешки были мраморными. Что нам для этого нужно? Сперва добавим жидкое желе. Вот так. А затем молочный шоколад. Отлично! Я знаю! А потом темный шоколад! Именно так, Сэмми. Оп! Только не говори, что надо опять ставить все в холодильник. У меня нет на это времени. Ладно, мистер Непоседа. Вжух! Ну-ка посмотрим. Все готово? А что? Неужели я все пропустил? Ребята, смотрите, какие у нас замечательные камешки! Такие красивые! Сью, ничего личного, но, по-моему, они выглядят не очень реалистично. Тебе так трудно угодить? Хм, что это?
Тепленькая. А вот тут? А, здесь холодная. Итак, окунаем. Все просто. Теплая вода помогает сгладить углы, а холодная помогает им затвердеть. Ну как, теперь похоже на настоящие камешки? Ребята, взгляните, что у нас получилось. Смотрится круто, не правда ли? Да ты просто молодец, Сьюзан! Спасибо, Сэмми. А что ты вот на это скажешь? Ух ты, когда ты успел их сделать? Сеньора, я ведь профессионал. Итак, ребята, вы готовы заняться рыбками? Сью, я только что узнал, что у карпов Коли есть пятнышки на спине. Не проблема, мы легко можем их нарисовать. Мне так нравится раскрашивать! А мне нравится, когда ты помогаешь. Вот так, ребята, осторожно. Сью, тебе не кажется, что наш аквариум будет пустоват, если там будут только рыбки и камешки? Похоже, чего-то не хватает. У тебя есть какие-нибудь идеи? А как насчет водорослей? Рыбкам точно понравится. А где мои маленькие контейнеры? Ты имеешь в виду вот эти? Ага, спасибо. Что-то наделала! Теперь будет только два куска желе! А как же насчет водорослей? Сэмми, не паникуй! Сью, что мы теперь будем делать? Мой тебе дал, я плохо себя чувствую. Сэмми, перестань ломать трагедию. Один укол все исправит. Мне уже намного лучше. Ну вот и славно. Пока я успокаивала Сэма, желе застыло. Друзья, попросите взрослого помочь вам при работе со шприцем. Иголка может быть острой. Можно я тоже попробую? Конечно, Сэмми, но будь очень осторожен. Теперь не так, Сэм. Не получается вытащить желе. Ты уверен, что испробовал все способы? Смотри, не работает. О, как жаль. Я не знаю, как с этим быть. Может, вот так? Хоп! Ух ты! Ура! И ты мне не сказала? Хочешь попробовать? Если ты мне поможешь. Разумеется, Сэмми. Пришло время собрать наш торт. Сперва нальем немного прозрачного фруктового желе. Вот так. И пока оно застывает, разместим детали. Не забудь про водоросли. Не волнуйся, Сэмми. Вот это идет сюда. А вот это сюда. Как насчет рыбок, Сью? Сейчас приступим. А вот и они. Отлично! Теперь нужно подождать. Верхний слой должен замерзнуть, иначе все украшения всплывут. Почему бы нам не ускорить время? И последний этап. Нам надо опять залить сверху немного прозрачного желе. Еще чуть-чуть. Нужно покрыть слоем желе все элементы декора. Как-то так. Готово? Я не хочу снова ждать. Пожалуйста, Сью. Хорошо, Сэмми. Давай на этот раз используем магию. Так-то лучше. Классный трюк, Сью. Но нам нужно проверить кое-что. Идеальная высота. И водоросли отлично смотрятся под водой. Ребята, наш торт почти готов. Давайте уберем все, что нам больше не нужно. Пойду возьму для этого кое-какие инструменты. Сью так удивится. Вау, похоже, здесь был листопад. Теперь аккуратно снимем пластик зубочисткой. И освободим наш торт. А пока Сью занята, ставьте нам лайки. Мы на финишной прямой, ребята. Здесь нужна осторожность. Осталось только украсить боковые поверхности. Я готов проверить тортик на вкус. Думаю, сперва нужно приготовить чай. А вы, ребята, поглядите на наш съедобный аквариум.
даже жалко резать такую красоту. Только посмотрите на весь этот декор. Ты что, передумал? Мы не будем это есть? Ничего подобного! Это же временный аквариум. Тогда поехали! Будьте осторожны с ножом, ребята. Такое впечатление, что ты режешь воду. Вау! Этот кусок выглядит потрясающе! О, как красиво! Можно мне тоже такой? Конечно, но сначала нам нужно принести ложки и попрощаться со зрителями. Пока-пока, ребята! Ох, Сэмми! Спасибо, что были с нами, друзья! Подписывайтесь на наш канал. До скорого!